Итак, я продолжаю обзор роз из питомника грандифлора. И сейчас мы находимся около розария, который создавался как парадная клумба перед домом. Здесь высажены две розы из питомника грандифлора. По отзывам, это розы Букет Парфе, по отзывам эти розы очень подходят для новичков. Поэтому как раз-таки я и приобрела. Роза здесь у меня это растет не одна. Я приобрела их две штуки. И они высажены по краям розария. Итак, вот она, Букет Парфе. Нежно-розовый кремовый цвет. Это тоже бельгийские селекционеры. Что хочу сказать по этой розе. Здорово набирает силу. Когда я ее покупала в мае, было всего лишь две веточки. Посмотрите, какой же сформировался кустик. И несмотря на то, что в этом году идут дожди, и лето такое достаточно холодное, вот даже если посмотреть вниз куста, посмотрите, никакой черной пятнистости нет. Конечно, я их плюс ко всему еще и обрабатываю лекарственными препаратами. Но все равно на других розах уже черная пятнистость чуть-чуть появилась, а здесь нет. Ну что же, спасибо вам огромное за внимание. Хочу всем пожелать, чтобы ваши садовые мечты тоже становились реальностью.